Всем здравствуйте! Меня зовут Рождественна Валерия Игоревна, я индивидуальный и семейный психолог-психотерапевт. Также я являюсь клиническим психологом. Рада вас приветствовать на курсе «Семейное психологическое консультирование» в рамках системного подхода. Данное небольшое видео посвящено рассказу о том, что же это за курс повышения квалификации, о чем вы узнаете, чему научитесь, что нового, скажем так, приобретете. От себя хочется отметить, что данный курс, хоть и является, да, во многом таким теоретическим знанием, но он, конечно же, практикоориентированный, поэтому все знания, которые вы приобретете, даже пускай это будет и блоки какой-то информации, все это можно использовать в реальной практике, в том, как вы проводите диагностику и в том числе, что вы доносите до семьи. Поэтому каждый модуль, он, конечно же, практикоориентированный, и вы прям научаетесь некоторым навыкам, техникам для того, чтобы работать с семьями. В целом, да, с семьями могут работать много кто, и, конечно же, психологи, которые, да, хотят расширить, скажем так, зону своей практики и брать другие, да, форматы работы. Это могут быть специалисты помогающих профессий, которые сталкиваются тоже с семейной системой. Поэтому, думаю, данный курс будет полезен очень много кому. В том числе, да, можно узнать и о себе любимых тоже, потому что все мы выходцы из семьи, и эта информация тоже будет вам полезна. Итак, что же такое вообще семейный формат, в чем его особенность? Здесь мы видим с вами три пункта. В первую очередь, кто же наш клиент? В рамках индивидуального консультирования понятно, к нам приходит один человек, и мы с ним взаимодействуем один на один. А в рамках группы тоже мы собираем разношерстную такую команду, которую мы помогаем решить те или иные задачи. Что же такое семейное консультирование? Вроде бы интуитивно понятно, приходит к нам семья. Но раскрою вам небольшой секрет, о котором мы тоже будем говорить на курсе. Семья к нам может прийти абсолютно в разном составе. К нам может прийти супружеская пара или те люди, кто строит любовные отношения. К нам может прийти так называемая нуклеарная или ядерная семья, то есть люди, кто представляет, скажем так, основной состав семьи, супруги вместе с детьми. К нам может прийти расширенная семья. Это бывает даже случай, тоже будем с вами обсуждать на курсах, когда и зачем приходит такой весь богатый состав разных поколений, и не только, да, вот основной семьи, но и ближайших родственников. Расскажу вам, да, заодно очень интересный пример про то, что однажды на консультации собрали 11 родственников, да, членов семьи. То есть это был такой ух, да, вообще процесс семейного консультирования. Ну и в том числе данные знания вам помогут в рамках и работы индивидуально, потому что вы будете человека, который к вам пришел, видеть более объемно, вот системно, с точки зрения того контекста, в котором обитает, и той семьи и отношений, в которых он тоже живет. Тоже, да, какой еще момент? Регламент. Здесь тоже есть свои нюансы семейной работы, потому что увеличивается время, появляются определенные требования к консультанту, и здесь мы тоже, да, переходим к позиции психолога, то, что тоже есть свои методологические принципы, каким образом мы работаем с семьей. Все это я вам расскажу на данном курсе. Также, да, смотрите, кроме семейного консультирования есть еще и такое пояснение, как системный подход. Что же это такое? Это определенное направление семейной терапии. Так вот, в чем же отличие, уникальность и, ну, восторг этого самого системного подхода? В первую очередь, конечно же, это уникальный метод, который был основан не просто, да, там, на течении психотерапии, психиатрии и так далее, да, направления основных психологических. Этот метод был основан вообще на теории систем и был плотно связан с наукой кибернетикой. И этим тоже, да, я с вами поделюсь, что за особый взгляд таких вот явлений систем был перенесен в том числе и на семью. Данный системный подход, как я уже говорила, помогает развивать системное мышление. Мы перестаем думать причинно-следственными связями, то, что из пункта А обязательно, да, следует пункт Б. Мы будем с вами разговаривать о циркулярности, о том, что разные явления взаимно влияют друг на друга. И тоже, да, это расширяет в том числе ваш некоторый, ну, скажем так, интеллектуальный потенциал. Вы научитесь строить системную гипотезу. Это опять же про то, что мы человека видим объемно, про то, что мы понимаем разные компоненты, которые на него влияют. Ну и, конечно же, еще один компонент творчества, креатив психолога, тоже будем с вами об этом говорить, но здесь будет раздолье вашего как раз-таки творческого потенциала, потому что
что домашние задания, в том числе, мы выдумываем сами. В чем же секрет успешного специалиста, если мы говорим конкретно о семейном психологе? Конечно же, как и у любого психолога, это обязательное исследование этики и навыки установления контакта. Конечно же, и этих моментов мы с вами коснемся на курсе. Но и в том числе вы должны как специалист знать и понимать особенности семейной системы, особенности функционирования, что такое дисфункция, откуда она проявляется, что за понятие симптома и, опять же, для чего и зачем это нужно семье, да, вот это симптоматическое явление. Мы развиваем непосредственно навыки, техники ведения диагностики семьи, построения как раз-таки гипотезы и, конечно же, методы интервенции, то есть вмешательства и коррекции семейной дисфункции. Все это мы с вами рассмотрим на данном курсе повышения квалификации. Итак, много говорю об этом курсе, давайте коротко обозначу, что же, да, там вас ждет. Ну так вот, коротко, да, такие вот вишенки, скажем так, на торте. У нас будет с вами 8 модулей, где мы коснемся и теоретической базы для того, чтобы как раз понимать, на чем строится вообще системный взгляд и взгляд непосредственно на семью. И мы, конечно, с вами будем говорить о техниках, методах диагностики и непосредственно вмешательства в семью. Мы будем с вами рассматривать, как я уже говорила, такие компоненты системы, например, как жизненный цикл семьи. И с одной стороны, как будто бы это теория, но эта теория является как раз-таки практикоориентированной. То есть вы за счет нее можете понимать, да, что происходит с семьей, вы можете строить гипотезу, и более того, у нас есть с вами такая техника, как психообразование, это когда мы даем некоторую информацию семье для того, чтобы снизить их, ну скажем так, тревогу и напряжение. Так вот, вся эта теория, которую я вам рассказываю, вы также можете и нужно транслировать нашей замечательной семье, которая к вам пришла. Поэтому все данные модули, они, конечно же, практикоориентированы и научат вас взаимодействовать с семьей и быть успешным семейным консультантом. Ну и коротко я обозначу, да, как же у нас проходит курс, благодаря чему вы научаетесь всем данным, да, вот аспектам, о которых я так красочно рассказываю. Конечно же, не обойдемся без лекционного материала, где будут основные блоки информации, которые помогают вам теоретически опереться, да, на вот данный семейный подход. Вы, конечно же, с этим ознакомитесь, плюс ко всему я предлагаю к вашему вниманию некоторую рекомендованную литературу, которую вы можете дополнительно прочитать. Более того, часть из этой литературы тоже является инструментами работы, но об этом вы узнаете непосредственно на курсе. Конечно же, там будут у нас видеоуроки, где моя прекрасная говорящая голова будет вам вещать и рассказывать о разных аспектах семейного консультирования, о том, как помогать семьям. Я буду делиться с вами примерами, кейсами и личными техниками, которые я работаю с семьями. Конечно же, там будет у нас практические задания, которые помогают вам эти техники применить, где вы можете проанализировать кейсы и таким образом отработать все те навыки, которые вам необходимы как семейному психологу. Ну и не обойдемся, конечно, без закрепления материала в формате самостоятельной, да, некоторой работы и отработки вопросов и некоторое, да, там, тестирование и аттестации для того, чтобы вы, наконец, по итогу, кроме прекрасных ваших знаний и навыков, могли еще и получить сертификат о том, что вы прошли данный курс и повысили свою квалификацию. В общем, приглашаю вас на курс семейного консультирования в рамках системного подхода. Обещаю, будет интересно, однозначно практика ориентированная, и вы услышите много примеров. Более того, даже данный курс, кроме реализации вас, да, как профессионала, в том числе поможет вам заглянуть и в себя, и внутреннюю семью, и узнать тоже про себя много нового. До новых встреч!